Учитывая точные сведения, приведенные научными работниками, объявленные тысячелетием Ангостаувской области, в регионе уже дан старт проведению различных мероприятий. В ближайшее время запланировано проведение научно-практической конференции «Волны истории тысячелетия Мангыстау». Будут проведены комплексные археологические раскопки в древних городах Великого Шелкового Пути, в частности, Алтын-Казган, Карахабак, Кызыл-Кала, Кет-Кала, где и пройдут научно-исследовательские работы в подземных мечетях и на скальных изображениях, где и будут приняты меры по их сохранению. Помимо этого, необходимо изучить исторические события, происходящие в нашем регионе в разные века, подчеркивают краеведы. Маңғыстауда екі ұлы шайқас болған білеміз. В Мангыстау в древности произошли две великие битвы – Жалбарт и Оланах. Эти события до сих пор до конца не изучены. В рамках тысячелетия Мангыстау необходимо воспользоваться моментом и расставить все точки над «и». Помимо этого были исходы народа. Два раза населения уходило из Мангыстау, затем возвращались. Это тоже необходимо изучить, датировать.